Приветствую, дорогие зрители! На моем канале сегодня рассматриваем следующую концепцию понятия жизни. Жизнь – это школа. Да, это очень важная концепция, что жизнь – это школа, а мы – наша энергетическая сущность, наша душа пришла на эту землю, в эти условия с целью обучиться, развиться. Чему обучиться? Ну, прежде всего, понять те правила, которые существуют в природе, во Вселенной, которые являются важнейшими в этом материальном мире, хотя они не такие видимые, задуматься, а в чем смысл жизни, развить в себе нравственные черты характера, сострадание, понимание, сочувствие и, конечно, прежде всего, любовь. Любовь к Вселенной, Богу, к себе, окружающим. Конечно, поработать над своими недостатками. Например, если перед тем в жизни мы идеализировали какие-то аспекты, то попадем в такие условия, где нам будут представлены эти аспекты только с обратной стороны. И мы должны испытать на себя это неправильное понятие идеализации какой-то стороны жизни. Если в той жизни мы были ревнивы, то в этой попадется партнер, который нас будет сильно и неосознанно ревновать. Или другие различные формы идеализации. Жизнь – это школа, и мы должны понять, что в жизни существует, в этой жизни, материальной жизни, существует еще что-то более высшее. Это невидимый тонкий мир, это Бог. Мы должны научиться прочувствовать всей душой, почувствовать присутствие этого Бога. Рано или поздно мы все приходим к этому, особенно если неверующие почему-то уже на закате своей жизни начинают задумываться над этим вопросом, начинают уже читать много книг на эту тему и чувствовать, что в этом мире, на этой планете есть вещи важнейшие, которые невидимые, которые руководят всем материальным на этой земле. Жизнь – это школа. Всего хорошего. До свидания, дорогие друзья.